Визит представителей евразийской интеграции начался с осмотра станции скорой помощи. Здесь рассказывают, здание давно нуждается в реконструкции. Но главная проблема – это автомобильный парк. Весь Рыбницкий район обслуживают всего 4 машины скорой помощи. Наши машины очень старые, поэтому это нужно в первую очередь. Машины часто ломаются, справляемся сейчас очень сложно, но пытаемся. Российские гости отметили, уже летом в Рыбницу поступит один из 4 реанимобилей. Следующий пункт посещения – центральная районная больница. Здание 60-х годов планируют реконструировать в перспективе. А что необходимо построить сейчас – это новый туберкулезный диспансер и стационар на 20-25 мест. Минздрав предлагает восстановить здание, где раньше располагался Оброн-Днестр. Все проблема в том, что немногие не хотят ехать в Бендеры. Но вот это тот контингент социальный, которым не можем справиться. Он должен, в всяком случае, находиться под наблюдением. Российским гостям вариант расположения тубдиспансера в этом месте не подходит. Здание, не приспособленное санитарным нормам, не отвечает. Тубдиспансер – это же инфекционное. Да. Там режим специальный, бактериологический режим. Поэтому, соответственно, обеспечение хлората. Здесь хлора. Хлора там на 25 человек – это смысл вообще? Своя честная, стоки. Да. Специалисты из России и Приднестровья осмотрели еще несколько мест для строительства туб-больницы. Они расположены далеко от жилых районов, как того требуют нормы. Кстати, один участок вот здесь, где хорошо видно канатную дорогу, которая подлежит демонтажу. Российские гости оценили сложность работ. Детский сад номер 6 в центре города – единственный с ясельными группами. Около 100 малышей сегодня ютятся в комнатах, где даже нет разделения спальных и игровых зон. Здание 64-го года россияне предлагают снести и на его месте построить новый 3-этажный детский сад. То, что касается внутрянки, полностью все под ключ. То, что касается прилегающей территории, благоустроено в соответствии с теми, опять-таки, нормативами градостроительства, которые будут. И проектную документацию мы будем предоставлять, вы будете видеть, что мы хотим получить. Разместить воспитанников по другим дошкольным учреждениям в Управлении народного образования обещают в течение 2 недель. В расширении детского сада есть потребность, говорят представители городских властей. Он находится в центре Рыбницы, а это густонаселенный район. Также необходимо увеличивать и проектную мощность школы номер 6 с лицейскими классами. 900 сегодня 16 детей. Сегодня образовательный запрос на данное учреждение очень высокий у родителей. И у нас дети именно в этом образовательном учреждении учатся. Первые классы, вторые классы, третьи, то есть начальная школа, 4 класса размещены в детских дошкольных образовательных учреждениях, потому что не хватает помещений. Школу будут строить без ущерба для образовательного процесса. На месте спортивной площадки появится новое здание, а стадион на месте старой школы. Результатом встречи стало подписание договора с Рыбницкой госадминистрацией о строительстве школы и детского сада. Я надеюсь, это большой будет толчок тому, чтобы люди понимали, что у нас помощь есть, мы не одни, и решение этих проблем, мы остались не один на один, а благодаря Российской Федерации эти проблемы мы частично будем решать. По словам Татьяны Туранской, появление новых, более крупных образовательных учреждений позволит не только разместить всех желающих, детей и подростков, но и создать больше рабочих мест. Татьяна Лилица, Олег Коваленко, Первый Приднестровский.